не совсем новый, но человек. Не совсем новый, но человек. Так, что там у нас по подаркам? Oh, I'm sorry. Ну, 3 гранаты точно не лишние, но гораздо круче. Вот эти подарочки. Вот это я понимаю, огонь. Ну-ка, давай потестим. Они все были с модами. Единственное, модификации скинули, да? То есть, починили полностью, но моды скинули. Друзья, всем огромный привет, с вами Харди, мы продолжаем. И это, конечно же, новый человек. И сезон. Сезон 14 заражений уже прет вовсю. Уже антидот готов на 58%. Давай посмотрим все-таки. Что? Есть ли резон бомбить сезон? Есть ли резон бомбить сезон? Соответственно, без доната. Ну, я тебе скажу, что вот это, мне кажется, не фантастический донат, да? Но все-таки для кого-то это будет проблемой 169-ре. И есть ли смысл? Конечно, есть. Бесплатно, да? 15 провианта, бесплатно. Ну, есть смысл бомбить. Тут достаточно много всего. Включая элитный щенок хаски, вот эту штуку памятную можно получить, да? Ящички вот эти вот, где можно граник тот же самый выбить. Есть ради чего, да вот хотя бы. Тебе нужен был тактический рюкзак? Получи, бесплатно. Берешь и забираешь. 35-й левел, я думаю, можно набить. Если у тебя байк до сих пор не собран, чоппер, да? Вот тебе бензобак, 2 колеса. Блин, классно. И здесь, посмотри, здесь, вот здесь уже, да, здесь прям дичь. 5 заводских деталей, 5 карбона, 15 стекла. Не дают только гребаный реаниматор, да и нафиг он не нужен. Идем дальше, да? Уравнитель. Фиг с ним, с титаном. 3 воздушных фильтра. Блин, есть в чем смысл. Есть что получать даже на бесплатном аккаунте. Ну вот, посмотри, да? Мой фантастический катер. Гребаное стекло. Карбон, стекловолокно, и все это нам с тобой надо. Поэтому бомбим. Поехали. Соответственно, сюжет у меня сейчас стартанет сначала. А что это за оружие у меня на почте? А это очень крутой лайфхак. Все, кто смотрели ролик, да, кто не знал, те воспользовались. Друзья, поздравляю всех. Это подарок посерьезнее, чем то, что нам подарили, да? Просто можно было забить и получить порядка 12, что ли, огнестрелов. Я точно не считал. Станки надо было их ложить. Да, если бы у тебя были гранатометы, блин, я тебе завидую. Я бы не отказался 5-6 гранатометов починить. Это было бы очень круто. Ничем не примечательный исследовательский пост. Так, лечение есть, огнестрел есть. У нас вообще все в порядке. Погнали. Окей, дружище, давай, блин. Идем, узнаем, как проходит подготовка. Пойдем, дружище. Давай, жми терминал. Мы с тобой это все уже видели, да? То есть тебе надо для начала пройти вот это все. Все в порядке. Замок и ключ, время перемен. И на дежавю мы останавливаемся. Дежавю — это как раз сборка того самого антидота. Увидимся в порту. Согласен с тобой, погнали. Конечно, без премиум аккаунта, да, мягко говоря, ты лишаешь себя просто тонны наград. Просто тонны. Вот тебе еще один тактик. Но все-таки, даже без этого можно. И я бы стал бомбить сезон. Потому, да, запасной вот этот тактик, он явно лишний не будет. 5 гранат, памятные модели. Ну, допустим, фиг с ними, с памятными моделями. А вот, карбон гребаный. Да даже эти 100 билетов, это дофига делов. 15 провианта вообще по-другому никак не получить. Либо вот за сезон, либо за донат. И уже второе задание, да? То есть мы, вот это вот начало вводное, так сказать, она проходится очень быстро. Мужчина пилякает, мужчина пилякает. Че, друзья, помочь вам? Ну, они как бы и сами справляются. А смотри, Кей какой красавчик, да? Потихонечку такое идет. Так, ребят, давайте дорогу мне расчищайте. Вообще, да? Молодец, блин. Давай уже, жми эту гребаную кнопку. Ух, ничего себе. Ничего себе. Хорошо, да? Это я удачно взял. Ну и, соответственно, мы сейчас... Когда нам разблокируют?
Когда нам разблокируют что-то вообще? Нам разблокируют скоро пещеру. Какую пещеру нам разблокируют? В зараженной деревне, когда будешь, обрати внимание. Вот эту пещеру разблокируют, да? Когда мы соберем антидот на 100%. Шляпа такая, да? Ну и вот полетели эти споры. Туда мы тоже войдем. Не знаю когда, под конец сезона, но нас впустят, конечно, в лабораторию. А может быть, друзья, лаборатория это та самая большая вторая обнова, которую нам обещали. На Кея споры не подействовали, я не успела выяснить. Почему? Потому что он какой-то мутант, блин. На разработку антидота парам-пам-пам. Ну вот, собственно, мы бежим назад на аванпост, да, и там будет Кей. Создай 2 газовые гранаты. Убей 5 споровых бегунов и 5 кустов. Берем вот эту, потому что споровые гранаты я сейчас никак создать не могу. Я только начал бомбить. Сразу подготовимся, да, вот к этим доставкам. Эти доставки, конечно, это неотъемлемая часть прокачки вот этого сезона, да. Старайся их не упускать. Их дают 2 в день, и они хороши, хороши, да. То есть без доната, без голды, но все равно. Достаточно много очечей. И вот она, вся шаляпа появилась. Здесь абсолютно все можно делать по стелсику. Абсолютно все. Ну понятно, тут кувырок нужен, да, чтобы от Блевантина уворачиваться. О, смотри. Откуда я мог знать? Вообще, да? Нет времени объяснять, почему у меня нет времени объяснять. Вообще фантастический парень. Блин, мне нравится этот мужик. Ну а что, ну забавный же? Забавный. Нет времени объяснять, потому что нет времени объяснять. Карл. Ну это Карл вообще. Вот, все абсолютно здесь можно делать практически все по стелсику. Давай сейчас с тобой так и сделаем. Но парики собирать тоже неплохо. А что там по заданиям-то? Дежавю. Крис как раз хотел проверить, на деле распылитель. Это этот рукожоп, который изобретал огнемет, да? Огнемет не изобрел, получилась такая шляпа, как распылитель. А все, что не со стелса, да, можно бомбить воинам из-за угла. Блин, смотри-ка что. Слушай, на самом деле они такие изящные, эти все пацаны. Блин, я жрать хочу, а? Да, вообще ни одного продукта питания, представляешь? Просто ноль. Большой жирный ноль. Придется тогда пока оставить это заведение, да? О, хорошо. Ну, понятно, тут нас интересуют с тобой ящики, да? И это здесь топ. В них может выпасть дофига. Чик. Это тоже круто. Карта это тоже круто, потому что потому. Нам нужна репутация Генезис Магенезис. Так, сразу с последней двери начнем. Вообще, да? То есть практически все ты бомбишь по стелсу. Потому что очень круто сделали. Теперь, когда мы открываем дверь, мы не встаем. И это офигенски. Это правильно. Почему он у нас всегда вставал? Бред? Бред. Ну, это я сейчас закосячил. Это мой косяк, да? Я сейчас стоя открыл дверь. Раньше он всегда вставал, и мне кажется, это было идиотизмом. Тик. Взяли и отошли. Ну, не успели чуть-чуть, подумаешь. Не знаю, ну настолько изи прям вообще. В трусах, конечно, проходить не надо, но по факту можно и в трусах, да? Воин из-за угла. Идеально как работает? Дверь. Но я считаю, он здесь не нужен. У них очень маленький уровень жизни. Вообще они ни о чем. Шаркун, мачете или катана, и ты ему отпиливаешь руку, и он по троечке тебе будет отнимать. Вот ты все. Да? Вообще, блин, изи? Еще бы. Быстро, да? Быстро. То есть раз в 12 часов, главное, зачищай локацию. Вот туда-назад убегать не надо, как ненормальный. Вот здесь есть выход, да? Специально, чтобы не оббегать. Фантастический мужчина, ну хоть кто, какое-то веселье. Подстрахуй меня. Подстрахуй, братуху, подстрахуй. Смотри, когда он добивает этих бомжей, очечи ты не получаешь, да? Поэтому ты ему давай стрелять, но добивай сам.
А что нам должны разблокировать, когда мы дежавю соберем? А вот эту штуку должны разблокировать. Вход в пещеры, да? У нас такое было в роликах, у нас было везде. Ой, блин, я топор не взял. Единственный косячок, да? Нужен обязалово топор гребаный, конечно. Вот бомж, а? Ну ты понял, что творит, негодяй? Вообще, блин. Морозокунь. Друзья, я так и не смог его приготовить. Не, ну как бы можно, да, вот так экономить, а чё нет? Вот, блин! Вот бомж! Грёбаный! Да, топорчики я не взял. Ай-яй-яй вообще. В принципе, несложно, да, чтобы он бомбил, а мы с тобой добивание делаем. Надо просто чётенько знать, сколько твое оружие отнимает. 30 урона. Все, куда уж четче. Ходит за мной как хвостик, отвали. Я, если честно, вот сейчас вот прохожу, да, и смотрю. Да нафиг этот стелс? Паровоз и граната, и все. Ну, единственное, мы сейчас из-за того, что я топор не взял, да, адекватно вообще пройти ничего не сможем. Тут смотри, что, блин. Вон там ящик, топор. Тут ящик, топор. Блин, вообще... Какой отстой. Чё попало, блин. Да, без топора. Топоры прям в байке лучше носи. Реально. Паровик, паровик. О, смотри. Блин, ну ты чё, бомж? Вообще, от него одна беда. Он только очки отжимает. Он только очки отжимает. Вот реально. Чё попало, блин. Таким негодяем быть, блин. Ну, хоть один ящик откроем. Конечно, топор нужен. Ёлки-палки, как я забыл-то, а? Про этот вонючий топор. О, понял? Один удар и минус рука. Мои очки. 132, блин. И он бы забрал. Вообще ненормальный бомж. Реально, этот ученый меня бесит. Вот единственное, где он помогает, да, вот с этим вот кабаном. Оп. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, нормально, да, 5 заводских деталей. Слушай, 5 заводских деталей, это дофига делов. На самом деле. Это надо аж... Ой-ой-ой, сколько огнестрела. Аж 2 штуки развалить. И чтобы у тебя еще прокачано это все безобразие было. Удочка эту рыбу не поймать. Мне понадобится граната. Ну, это морозокунь, да? Ха-ха. Слушай... Тратить на него гранату? Да фиг знает, не стоит. Я просто для галочки сейчас это сделаю. Хорошо. До сих пор, да, я без понятия. Я его еще не приготовил. Что-то не знаю, с чем его готовить. Ну хоть так, да? Ну хоть что-то мы достанем. Нет, надо, конечно, с топором прибегать, о чем речь. Но это что такое вообще? Грёбаные топоры, грёбаные топоры. А, чё-то я так смотрю, слушай. Так, гвоздики. Коже не нужна, гвоздики. Чё-то у меня железа маловато, да? Сколько вообще надо топоров на одну зачистку? Ну, если я не ошибаюсь, одного достаточно. Опачки. Ничего себе. Ты это видишь? Ты это видишь? Я это вижу. Какая грязь. Вот эти пацаны что стоят, да? 132 очка и толстяк тоже куча. А вот эти квестовые айтемы, которые я сейчас могу набирать. Руку ему, короче, надо отпиливать. Это полюбасу. Потому что он тогда вообще не всекает, да? Полностью локация перезагрузилась. Не, ну ты понял, что? Даже грёбаный морозокунь. Ха-ха! Какая жесть! Нифига себе! Теперь бежим сюда. Ах ты, блин! Я не знаю, как так получилось, но получилось круто. На твоих глазах дабл, да? Я сделал дабл. А может быть, это было всего разулю, да? И все, и дальше пошла сюжетка. Вот с этими ящичками, если без доната,
Я тебе не советую даже две коробки доставлять. Доставляй по одной. Есть хоть чуть-чуть голды, делай страховку и рискуй на максимум, да? Потому что потому. Дают классные очень всякие айтемы, включая трансмиссию вездехода. Пя, блин, реаниматор выбили. Жесть какая. Бункер Браво, да? Бункер Браво, он незаменим без Б. Ай, блин, страховку не нажал. Ёлки-палки, очки вообще просто в ноль. Ну, хоть сезонные награды, да, не убивают. И что мы имеем? Ну, пойдет, да? Дробаш и три энергетика вполне. А чё нет? В общем, друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся. Я вот здесь вот откисну, чтобы сделать склад. Присоединяйся, подписывайся на канал, конечно же. Видос выходит каждый день. Если ты уже давно подписался, тогда оцени ролик луксом. Вместе мы победим. Антидот готов уже на дофига, больше половины. Пока-пока.